внимание. Побежали. Извини, раньше ты бегаешь. Как назад ты эротично побежал. Поход собираешься. Да, на путь бежит. Запихни его. Так и надо делать. Представь, ты Лёху туда запихивай. Надо тут портиться. Давай, так, не болтаем. Нет, а когда сворачивает порт? Значит, ты правильно все делаешь. Ну ты вообще... Хорош, меня поразило. Давай. Я его выиграл. Убираю его. Пакет, наверное, не выдержит. Хотя пакет порвется. Уже упаковал, наверное. Палатку сверху нормальные люди кладут. Настоящие туристы. Убей его! Убивай. Это искренне. Ой-ой-ой. Такого он еще не испытывал. Вам не хламу доехать! Давай, садись, поехала! Давай! Аккуратно! Итак, Жень, готова? Подожди, мы еще готовы. Итак. Ты осматриваешь совсем раскрывает, да? Он ракурсу собирает. Вот эти резинки, они все время попали. Спасибо.
Там много желающих. Короче, Вова, стой! На диете! Уже... Баул уже размяли. Уже все. Там еще не все, она. В какую сторону слегка сейфы жить? Вот она! Вот она в ноги, да? Нет, чтобы к бутылке поближе. Чего? Самое главное. На голову его, на голову! Ты точно туда едешь? Да, ну ладно. И в колхоз за картошкой. Давай, давай, давай. Все, поехали. 2 минуты 14 секунд. Все, поехали. Поехали. У нее все было идеально, по-моему. Девочки отдыхают от... Да. Мальчики, я тоже прошу вас всех на старшем рынке, чтобы объяснить вам, что нужно будет делать. А вот то, что в кружочке финансировали и стартовали. Ну да, я никогда не видел. Давайте, давайте, финалисты. Двое, где еще-то четверо? Сегодня. Так, два, три, четыре, пять, шесть. Скорее всего. Резко. А так вообще в пятницу... Понедельник не сняли? Нет, нет, так, нет. В общем, слушайте вашу задачу. Вы тоже собираетесь в поход, пойду, как-то если, по-другому. Может быть, меня на понедельник перенесут. Там жертвы свой велосипед. Четверг, в пятницу завтра антидорога. Воскресенье Гришкина. В общем... Кросс-кантри. Ночная антидорога. Нет, не только стартуйте, отсюда. Субботу на работу. А, там еще нужно одну вещь положить. Идем, что что-то там еще будет, я не помню, там сюда. Каждый день какие-то мероприятия. Там много. Короче, оттуда бежите к велосипеду. Смотрим. Там этот, белый чехол, короче. Велосипед упакован в чехол, на плечо, забегаем до сюда. Здесь из стекла его распаковываем, собираем обратно и на велосипеде на собранном едем сюда. Это жестко. Это жестко, да. А какие критерии?
Да ладно, давай в центре, нормально. Упаковки нужно снять переднее колесо, опустить тяжело. Качество есть упаковки или нет? Критерий один, не порвать чехол. Не порвать чехол и с дисковыми тормозами осторожно, соответственно. Крыло заднее, но вы его тоже снимете. Да, рога, заднее крыло, все будет мешать. Да, это все тоже делается на скорость. Может крыло снять сразу? Ой, блин, блин, блин. У кого есть с брейками велосипед? Я не нашла просто. У кого есть велосипед с брейками? Что может для конкурса? Сейчас гайки, свет. Я будем там в газели. Вот света, да? Там гайки, там не сцена. Ну, так, у кого есть велосипед, кто готов пожертвовать? Да, просто это гораздо безопаснее, чем мой. Это пользоваться. Да, хорошо. А у меня колесо снимаем переднее. Леха, ты посмотри, отстегивается, а то может затянуть вот так, что нормально здесь-то. А то будут всю ноль, блин. Передняя отстегивается, задняя широкая. Первому будет сложнее отстегивать. Зачем? Фигу можно отстегивать. Не надо, надо еще зашить это. На машинку прочить. Туда бежим, велосипед упаковываем, сюда бежим с упакованным велосипедом, здесь упаковываем, собираем и едем обратно. Ну, проверьте передний, в центре. По очереди. Ну, проверьте их центры, что откручивают, что не затянут. И плюнет. Просто первому будет сложно. Я просто боюсь. Можно. Да, Александр Старшинин. Хозяин класса вас увлекает со снятым первым телефоном. Да. Так, все. Хочу, чтобы это все было. Я не могу, я не могу.
Я даже в детстве прыгаю.